есть битва за город. Вот он, источник бледной ржи. Но сначала стоит осмотреть город. Кто бы ты ни был, твоя смерть близка. Белый лорд послал этого гада и его сотоварищей на земли, чтобы перекрыть эфир аборигеном. Но об этом будет сказано в кампании за Диамантум.
Ну что, заткнули эфирную воронку? Ничего не изменилось. Неужели Омега ошибся? Гипотеза оказалась верной. Теперь мы избавимся от бледной ржи. Ты вернул нам город и его окрестности. В награду возьми это. Мы постараемся как можно быстрее восстановить производство. Но этот монстр был не последним, и бледная ржа еще сильна. Через телепорт, расположенный рядом с замком, отправляйся к северному периметру. Там для тебя еще много работы. Главнюка убили, теперь надо очистить окрестности от его свиты.
Остановись! Не смей грабить наши дома! Эти варвары подобны крысам. Даже силовые поля от них не спасают. Помните, в прошлой серии мне дали рецепт и заготовку для нового артефакта? Настало время его с первой попытки получилось, но получилось же. Благодаря тебе мы смогли вернуться в город, а воины восстановили силы. Thank you.
Не хочу его быстро убивать. Хочу красиво прикончить. Город зачищен, можно переходить к решающей стадии конфликта. Моя миссия закончена. Осевой город снова под контролем кластера. Продолжить ли мне свой путь или остаться исследовать окрестности? Продолжение следует.